Дачный ответ начинает переделку спальни-гостиной в доме семьи Архаровых. Прощайте, старая мебель и желтая вагонка. Мы беремся за преображение комнаты, у которой много функций, но еще больше проблем. Основательно утеплим помещение экструдированным пенополистиролом. По технологии плиты нужно укладывать на настил, но мы решили не поднимать уровень пола, уж очень низкие здесь потолки. Расстилаем пароизоляцию, крепим влагостойкие ДСП. На подложку укладываем испанскую паркетную доску. Снизу прочная HDF-плита, сверху натуральный дуб. У нас еще один цвет здесь появился, цвет дерева. Да, он также присутствует в иллюстрации, и мы его поддерживаем. Это и материал на фасадах, и цвет пола нашего, да. Это шпон дуба под маслом на суперпрочной основе, выдерживает удары гирей, и вмятины не останутся. А еще обрати внимание, что такая приятная брошировка, матовый оттенок. Да, и такой достаточно красивый тут рисунок, ко всему прочему. Да.